Выборы состоялись. Главой Коткинского сельсовета избран предприниматель Николай Коткин. Итоги трехлетнего действия 95-го закона. Главы муниципалитетов рассказали о том, как стали жить поселения после передачи полномочий в округ. Споры о национальном паспорте. В Нарьян-Маре обсудили необходимость ввести вкладыш в паспорт с графой «Национальность». С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичик. Победа в выборах на должность главы Коткинского муниципалитета досталась тому, кто раньше зарегистрировался в кандидаты. Им оказался самовыдвиженец, индивидуальный предприниматель Николай Коткин. Он набрал 57 голосов из числа голосовавших. Ровно столько же набрал и Александр Канев, пенсионер, действующий депутат сельского совета от партии КПРФ. Как пояснили в окружном избиркоме, в соответствии с действующим выборным законодательством, при равном количестве набранных голосов победа на выборах признается за тем кандидатом, который был раньше зарегистрирован в данном статусе. Николай Коткин обратился в избирком всего на один день раньше своего оппонента. Всего было зарегистрировано 6 кандидатов. Трое – самовыдвиженцы, еще троих выдвинули партии. Явка на выборах главы Коткинский сельсовет составила более 60%. Принять участие в голосовании пришли 202 из 334 избирателей, внесенных в списки. Еще 15 человек проголосовали досрочно. Выборы признаны состоявшимися. Перераспределение полномочий с местного на региональный уровень. Эффективность решения, принятого руководством региона 3 года назад, обсудили с главами муниципальных образований на Высшем совете при губернаторе округа. Напомню, реформа, продиктованная падением доходов бюджета, была направлена на наращивание эффективности использования средств. Как показало обсуждение, вопросы остаются как у глав муниципалитетов, так и руководителей исполнительных органов власти субъекта. 95-й окружной закон о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Ненецкого округа был принят в сентябре 2014 года. С принятием документа с 1 января 2015 года с муниципального на окружной уровень передали значительное число полномочий в сфере ЖКХ, транспорта, дорожной деятельности, строительства, земельных отношений, образования, культуры и спорта. Принятие 95-го закона было продиктовано не только беспрецедентным падением уровня доходов, но и неэффективностью существующей тогда системы управления регионом. Внося законопроект, руководство округа преследовало одну главную цель – ускорить все процессы, связанные с развитием округа. Мы видим в этом некоторые как плюсы, так и минусы. Безусловно, к плюсам можно отнести то, что такое перераспределение полномочий позволило унифицировать законодательство в сфере тех функций, которые были перераспределены. Были где-то устранены некоторые излишние административные органы, которые были до перераспределения полномочий. Каким-то из минусов можно отнести, наверное, то, что мы немножко потеряли координацию. У глав сельских поселений где-то, наверное, уменьшилась возможность по координации деятельности тех структур, которые расположены на территориях, потому что они стали подвластны на органы власти. Но, тем не менее, некоторые органы местного управления района, поселений, округа заключили соглашение о взаимодействии. Другой вопрос, как они качественно исполняются, это тоже дело, наверное, еще совершенствования нашей работы. Совершенствовать совместную работу. Об этом говорят и главы поселений. С передачей полномочий уменьшилась не только возможность влияния на те или иные процессы, протекающие в муниципалитете. Взаимодействие на уровне поселения Заполярный район было намного продуктивнее, чем взаимодействие поселения округ, отмечают главы. Мы могли обратиться за помощью с любым вопросом с текущим. И хотелось бы, чтобы с учетом этого опыта работал департамент региональной политики. Он работал бы не просто как руководитель, а как старший товарищ, который реально может помочь. Понимали, что если мы обращаемся с каким-нибудь вопросом, то обязательно данный вопрос будет решен. Отдел был как вот иголочка с ниточкой, то есть они нас связывали между руководителями, учреждениями, теми или иными специалистами. Помощь, конечно, была очень хорошая. Если мы вернемся к этой практике, которая была системно налажена, я думаю, всем будет только от этого очень хорошо. Спасибо.
передаче полномочий главы поселений надеялись и на то, что теперь не будет проблем с финансированием, будь то выделение средств на текущий ремонт или обновление материально-технической базы учреждений. Ожидания не оправдались. Если говорить вкратце, то таким, по словам руководителей территорий, оказался трехлетний итог управленческого эксперимента под названием «Перераспределение полномочий». 85% того, что вы сказали, никак не связано с перераспределением полномочий. Вы говорили о проблемах, которые существуют, которые можно решить, но ни одна из этих проблем не решится перераспределением полномочий. Выделением дополнительных средств – да. Выделением дополнительного внимания к тому или иному вопросу – да. Я хочу еще раз попросить, вот над этим вопросом, Павел Захарович, вам, наверное, в первую очередь, да, и ваш адрес тоже прозвучало здесь замечание, с которым я, кстати, совершенно согласен. Вот ваша основная задача вашего департамента – держать руку на пульсе того, что делается в каждом из муниципальных образований. Вот если хотите, я при всех вам даю поручение, чтобы минимум два раза в неделю с каждым из глав вы разговаривали по телефону и узнавали, что происходит и какие проблемы, и что надо делать. В свою очередь, спикер собрания депутатов Анатолий Мяндин выдвинул еще одно предложение, которое касается дальнейшего обсуждения 95-го окружного закона. На площадке собрания депутатов создать рабочую группу с участием представителей администрации округа, глав района, города, с тем, чтобы обсудить каждое полномочие, которое передано на уровень субъекта. Александр Цибульский призвал всех участников будущей рабочей группы максимально аргументированно подойти к обсуждению каждого полномочия, прежде чем перейти к решению об изменении окружного законодательства. Валентина Чибичек, Ирина Цепитова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Нужен ли коренным народам паспорт с графой «национальность» и стоит ли создавать Министерство по делам национальности в России? Эти и другие вопросы обсуждали на круглом столе по развитию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Ненецкого округа. В качестве эксперта в области государственной национальной политики на круглом столе выступила представитель Ассамблеи народов России. Вкладыш в паспорте с указанием национальности – необходимость или прихоть? Этот вопрос в последнее время активно обсуждают в России. Противники национального паспорта против государственных льгот, которые, по их мнению, станут получать обладатели документа. С точки социального равенства народов это несправедливо, считают они. Другие говорят, графа «национальность» нужна только тем, кто ведет традиционный образ жизни. Таким образом, паспорта помогут органам власти в реализации программ по поддержке коренных народов. Происходит подмена понятий в этом отношении, и когда люди одной национальности претендуют на другое. И органы государственной власти попадают в тупик, в тупиковую ситуацию. И это надо, в первую очередь, именно органам государственной власти. Вот это вкладыши, определение национальности. По мнению журналиста и общественника Ирины Ханзеровой, национальный паспорт необходим в первую очередь как инструмент статистики. Переписи населения, которые проводятся раз в 5-10 лет, не дают актуальной информации. Постперестроечное время стали исчезать народы коренные. И мы сегодня не знаем, сколько у нас, например, тафаларов, сколько у нас, например, юкагиров, орочей или ороков. Я считаю, что просто людей надо сосчитать. Люди, народы вымирают, а мы до сих пор не знаем, сколько у нас осталось представителей того или иного народа. Национальный паспорт – только один из вопросов, активно обсуждаемых на круглом столе. Председатель Совета Ассамблеи народов России предложила в каждом муниципальном образовании организовать общественный совет по межнациональным отношениям. По словам Светланы Смирновой, таковы сегодня требования государственной национальной политики. В Ненецком округе с благоприятной обстановкой в плане межнациональных отношений такой необходимости нет, считают общественники. Это стремление забюрократизировать все и вся. Когда регламентируется работа, она становится работой для галочки, а не по существу. Поэтому какие-то такие жесткие требования создать везде постоянно действующие некие советы, их и так чрезвычайно много. И у нас энергия часто уходит в слово, а не в дело. Жители многонационального региона не видят необходимости и в Министерстве по делам национальностей. На эту тему предложила порассуждать Светлана Смирнова. Новый орган государственного управления предполагают создать для координации всей деятельности в области национальной политики. Ссылаясь на опыт советской системы, Вячеслав Корепанов высказал свое видение в решении этого вопроса.
Был у нас Совет национальности в Верховном Совете СССР. Вот к этой идее, мне, я считаю, что нужно вернуться и действительно сделать такой Совет национальности. Вот этот орган, это будет действенный орган, он будет законодательный орган, и он будет действительно защищать интересы. А все остальное пускай делают регионы, пускай делают республики. Все предложения участников круглого стола будут учитываться при формировании деловой повестки Ассамблеи народов России. Кроме того, Ненецкое региональное отделение, созданное в августе этого года, будет активно сотрудничать с главным офисом. Мой заместитель Ирина Владимировна Голанова готова сюда прилететь и обучить представителей общественных организаций, как правильно сформировать, подготовить свои проекты для участия в конкурсе на получение президентских грантов. Участниками обучающего семинара могут стать члены землячеств, национальных объединений, диаспор и других общественных организаций. Подобные семинары планируется проводить и в следующем году. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, телеканал «Север». Тысячи новогодних игрушек смастерили наринмарцы в прошедшие выходные. Гостиная-мастерская «Дом нового года» помогла жителям округа подготовиться к главному празднику года. Кукуруза, сосульки и ракеты. Краеведческий музей показал елочные игрушки, популярные в советское время. Как встречали праздник Нового года 30, 40 или 50 лет назад? Чтобы увидеть и ощутить атмосферу советского праздника, совсем не обязательно изобретать машину времени. Достаточно посетить ретро-выставку, которая открылась в этнокультурном центре. Идея воссоздать колорит новогодней обстановки в квартирах наринмарцев советского времени у сотрудников этнокультурного центра родилась спонтанно, но имела горячий отклик не только среди работников, но и простых горожан. Первые экспонаты – этажерка и тумбочка. Старинные новогодние игрушки побоялись даже повесить на елку. Они в витринах под стеклом. Ой, тут ценного-то много. Вот вы наши вот видели? Вот здесь марки, которые собирали. Здесь часы, здесь фотоаппараты ФЭД, смена. Вот это очень много. А вот там кувшин, этому 100 лет. Каждая вещь, по словам организаторов, бесценна. Разве можно оценить, к примеру, самодельный новогодний костюм снежинки или вышитые в технике Ришелье наволочки? Ретро-выставка будет работать до 14 января. Более 1000 наринмарцев посетили в этом году традиционное мероприятие – гостиная-мастерская «Дом нового года». Этот праздник для детей и взрослых организует этнокультурный центр Ненецкого округа. В этом году своими знаниями и умениями в изготовлении елочных украшений и сувениров с горожанами делились около 40 мастеров. В этом году традиционное и, наверное, одно из самых любимых большинством горожан мероприятие «Гостиная-мастерская «Дом нового года» проходит в четвертый раз. Три этажа культурно-делового центра «Арктика» заняты творческими площадками. Здесь шьют, красят, клеят и даже учатся сервировать столы к празднику. Словом, каждый посетитель может найти себе занятие по душе. Ольга Прилукова вместе с сыном Николаем, например, решила сшить брелок «Собачья лапка». Ребеночек у нас еще не умеет шить, но мы вместе пытаемся, стараемся. И у нас все получится. Конечно, никто не уйдет с этой ярмарки без самодельного сувенира, уверен Евгений Кокурин. Под его руководством мальчишки, девчонки, а также их родители расписывают фанерные шарики, украшают их снежинками. За первые полтора часа открытия гостиной его мастер-класс посетили уже более 20 человек. Предельно простейший. Буквально 2 года ребенка, и он делает игрушки. Что говорить о взрослом? 99% у всех получается. А так-то у всех получается. По-любому, как оно не получится, если человек делает. Участие в предновогодней ярмарке приняли более 40 умельцев. Но от желающих сделать подарочек своими руками буквально нет отбоя. Иногда, чтобы принять участие в том или ином мастер-классе, приходится даже отстоять небольшую очередь. Все востребованы мастер-классы. Как всегда, очень популярен, конечно, аквагрим. Здесь всегда у нас очередь. Как всегда, очень популярны у нас пряники расписные, вот, мыло, варенье, как всегда. Ну и все остальные, конечно, спасибо огромное нашим мастерам, что у них такие золотые ручки и доброе сердце. Доброта – одна из составляющих этого мероприятия. Например, тортики от местных кондитеров, которые радовали глаз посетителей на выставке, по окончании праздника были переданы в дар многодетным семьям. А каждый участник мастер-класса получал не только сувенир хендмейд, но и лотерейный билетик. Счастливчики выигрывали призы от этнокультурного центра. Кто у нас счастливчик с билетом под номером 93?
Ну а если собственная поделка не очень удалась, повода для расстройства нет. В фойе первого этажа бойкая торговля уже готовыми сувенирами от нарьянмарских умельцев, а на память красочная фотография с волшебными оленями и на королевском троне в специально организованных фотозонах. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». 13 дней остается до самого долгожданного праздника детей и взрослых Нового года. В преддверии волшебного дня телеканал «Север» запустил проект «Новогодние странички». Теперь в выпусках новостей каждый зритель сможет открыть для себя интересные факты об истории и традициях зимнего праздника, а также получить модные советы от ведущих российских стилистов и профессиональных визажистов по созданию новогоднего образа. На прошедшей неделе в одном из выпусков вы узнали, откуда к нам пришел Дед Мороз и почему советские лидеры хотели погубить снежного пенсионера. Сегодня мы с вами попробуем прочесть историю нашей страны по советским елочным игрушкам. Тема цирка тоже нашла свое отражение. Вы знаете, что Сталин очень любил цирк. Сталин любил не только цирк, но и хоккей. Поэтому во второй половине 30-х годов 20 века часто встречаются елочные игрушки с этими сюжетами. На советской елке они часто соседствовали со стеклянными шарами, на которых изображали портреты самих членов ЦК партии – Молотова, Сталина, Ленина. Трудно даже представить, какие последствия могли возникнуть для человека, если он разбивал игрушку с изображением самого Иосифа Виссарионовича. Хранительница фондов Ненецкого краеведческого музея Светлана Попова показывает нам сундучки с советскими сокровищами. Игрушки, как исторические артефакты, рассказывают нам о событиях прошлого века. Во время правления Никиты Сергеевича Хрущева у нас стали в стране повсеместно высаживать кукурузу. И вот после этого, значит, стали в елочных игрушках отображать вот такие вот початки, снопы, продукты, всевозможные продукты питания. В эпоху Хрущева на елках стали расти не только кукуруза, овощи и фрукты, но и сосульки. Они символизировали эпоху оттепели. Кстати, хрущевская кукуруза не прижилась на советской земле, но прочно осела на зеленой красавице. Она стала единственной игрушкой, которая непрерывно выпускалась на протяжении всех лет советской власти. Популярен в ту эпоху был и стеклянный космонавт. После первого полета человека в космос игрушечная промышленность тут же отреагировала на это событие. В производстве советской елочных игрушек началась космическая эра. На новогодних елках теперь вместо звезды красовались взлетающая ракета. Но не только космические, но и культурные достижения влияли на имидж елки. Когда вышел фильм «Карнавальная ночь», наверное, где-то есть часики, то у нас там есть, да, часы. Ага, то стали выпускать вот такие вот замечательные часики, которые называются «Без пяти». Пять минут, мой часов раздастся вскоре. Пять минут, помиритесь все, кто в ссоре. После выхода в 1956 году фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» новогодняя игрушка «Часы со стрелками» висели практически на каждой новогодней елке страны. А позже, в 70-х годах, в наряде зеленых красавиц первостепенную роль стала играть рождественская и деревенская тематика. В 80-е и 90-е годы лидерство захватили шары, колокольчики и домики. Именно в этот период игрушки стали особенно яркими и блестящими. В это же время стал очень популярен дождик из металлической фольги. Часто ими так завешивали елку, что ни игрушек, ни зеленых иголок уже невозможно было разглядеть. Тематических игрушек стало заметно меньше. Они становились все более абстрактными, утратив свою былую теплоту. Теперь их не раскрашивали вручную, а выпускали массово в промышленных масштабах. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.